Итак, завершился матч Нарва-Транс Тамика. Рядом со мной главный тренер команды Нарва-Транс Алексей Ягудин. Алексей, несколько слов о прошедшей игре. Ну, к сожалению, эту игру мы проиграли 1-2. В первом тайме пропустили с центральной зоны совсем необязательные мячи. Хотя по первому тайму у нас было определенное преимущество. Было создано 4 момента, которых мы не забили. Тарту свои моменты забили. И на второй тайм мы уже выходили при счете 0-2. Ну, считаю, во втором тайме получилось изменить игру. Но повлияло вот это удаление, которое оставило нас в меньшинстве. Лихачева Ваню удалили. Но все равно в меньшинстве мы пытались атаковать. Забили гол. Артем Шкинев забил хороший гол. Мог еще момент забить, но не хватило. Не хватило нас. Не хватает, может быть, мастерства именно в концовочке. Проиграли 1-2 игру. Вот вопрос о втором тайме. Перестроили игру, вышел другой нападающий. Насколько в перерыве, какая была установка? Играть больше навесами на Артема или скоростные какие-то атаки? Что в перерыве было сказано, ребят? В перерыве было сказано играть больше через фланги, продолжать больше передач, проникающих на Дубыкина, на Шестеркова Илью. А Шкинев должен был открываться за спину центральным защитником, что в конце концов ему удалось, как бы он забил гол, и еще был момент, он головой мог забить, плюс еще на опережение ногой, то есть он все время открывался за спину Плотникова, наоборот, это не получилось, и поэтому была замена. И вопрос о пропущенных голах, вы сказали о том, что из центральной зоны пропускаем. Там несыгранность какая-то или соперник просто более удачлив в этих эпизодах оказался? Я думаю, что в таких моментах центральные защитники должны выиграть борьбу. Это прежде всего. И опорники подбирать. Если это все будет взаимосвязано, тогда таких проблем не будет. А у нас были ошибки и проигрыш вверху, и подборы за опорниками. То есть совокупность это привело вот к этим двум голам. И последний вопрос. Следующая игра снова на нашем поле. Пока 0 очков. Какой будет настрой и какие мысли сейчас о следующей игре? Ну, в понедельник я хочу провести собрание, поговорить с ребятами, поговорить внутри коллектива. Нужно собираться именно с моральными, с психологическими какими-то аспектами и выходить на поле. Тем более играем дома, как бы, и выигрывать. По-другому никак. Спасибо. Удачи. Все, спасибо.